Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я представляю вашему вниманию суперскую отраву на 2019 год от колорадского жука. Вообще, на рынке два препарата, которые лидируют. Это табу и престиж. Они являются системным средством против насекомых, в основе которого лежит тот же препарат амедиаклоприд. В общем, яд такой. К нему колорадские жуки еще не адаптировались. В общем, я приобрел табу. Производит он комплексную защиту растений не только от колорадского жука, но и от проволочника и от других паразитов. Табу в действительности оказался очень эффективен. В этом году было посажено много картошки, и жука просто завались. Я решил сразу уже поинтересовался и смотрел, как бы в интернете ролики, много информации, какой именно, какая самая отрава мощная. До этого тоже и народными средствами пользовались, и разными химическими препаратами. Ну, как вы знаете, жук адаптируется легко. Но вот к табу он еще не адаптировался, вот именно к этому яду амедиаклоприду. В общем, приобрел на 1 литр воды необходимо 4 миллилитра раствора табу. Я сделал 8 миллилитров раствора, лошадиную дозу, таким способом уничтожив колорадского жука. Короче, на 1 литр воды получается 8 миллилитров раствора табу. Это будет вполне достаточно на обрабатывание 100 квадратной площади. И развести 10 литров воды препарат. Таким способом легко, без труда уничтожить его. Пишите комментарии, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем побольше урожая, всем пока.